Здравствуйте, с вами Фамильный Капитал и Юрий. Значит, сегодня у нас простая такая с виду вещь. Вот такая вот салоночка с буквочками РКК, Рабочая Крестьянская Красная Армия. Значит, давайте посмотрим, что это за объект инвестирования. Вроде вот такая простая штучка, но на самом деле она не очень простая. Так что, если хотите вложить средства, запоминайте вещи, вкладывайтесь. Всего доброго. С вами Фамильный Капитал.